Вот такое устройство нам попало на ремонт. СГУ-60. Это здесь устройство, которое можно подключить громкую микрофон и включить сирену. Также управлять радиостанцией или записывать на магнитофон или проигрывать с магнитофона какую-то речь там и так далее, или команды. Вот такое устройство. Соответственно, это устройство попало уже из дефекта. Дефекты в основном здесь из-за коррозии. Вот мы видим, да, коррозия такая. Соответственно, здесь там тоже пришлось убирать коррозию. Потом, соответственно, заменить ямкостя. Вот здесь, чтобы ничего не заменить, вот здесь ямкостя заменили. И практически устройство готово к работе. Сам усилитель здесь применен без трансформаторный, но применены уже очень современные транзисторы КТ-818 транзисторы применены. Развязка идет через согласующий трансформатор, и он еще фазосдвигающий еще называют, и выходной трансформатор. Ставится потом отдельно выносным блоком сирена, так называемый рупорный динамик для сирены. И внутри схема тоже собрана с применением сирены. Вот так вот практически это устройство. Вот оно, ключ, подсветочка загорелась, мы там не видим подсветочку, уже включено, вот мы видим, уже лампочка загорелась. Вот здесь подключение микрофона, послушаем. Микрофон работает. Слышно, работает. Так что и микрофон работает. Сирена включается. Вот сирена включается. Давайте попробуем. Ребята, что за фигня? Милиция. Так, сегодня 01.12.1977 год. Как? 77? Не понял. Что за фигня? Oh.